Добрый день, друзья! Продолжаю вас знакомить с лучшими идеями монетизации мобильных приложений. Вот такое вот мобильное приложение. Сегодня у нас в примере называется оно Fish Brain, Fishing App. Как видно из названия, приложение связано с рыбой и с рыбалкой. Это приложение имеет одноименное название с шведской социальной сетью то есть это приложение социальной сети и на сегодняшний день это приложение скачало до 5 миллионов пользователей приложение продает платный контент чек которого достигает трех с половиной тысяч рублей то есть как и все социальные сети насколько вы знаете, они продают различные виртуальные услуги. Так вот, в данном мобильном приложении стоимость этих услуг достигает средняя стоимость трех с половиной тысяч рублей. То есть аудитория в основном зарубежная в приложении и средний чек в сравнении с русскоязычными мобильными приложениями здесь намного выше. Теперь представьте, какой доход получает владелец приложения который постоянно монетизирует виртуальные услуги. Кроме того, в приложении продаются товары, услуги. В общем-то, эта социальная сеть позволяет зарабатывать не только своему владельцу, но и множеству пользователей, которые также занимаются в этом приложении электронной коммерцией. Что включает приложение? Ну, приложение, по сути дела, включает, кроме отдельных вкладок, мобильную версию социальной сети. То есть, возможно, на разработку такого приложения не потребовалось больших затрат при наличии социальной сети. К чему это говорю? Дело в том, что иногда существует существующие социальные сети второго порядка, то есть соцсети, в которых от 1 до 5 миллионов пользователей, узкотематические социальные сети, имеющие мобильную версию, не имеют мобильных приложений. И делая неофициальное мобильное приложение, просто заворачивая сайт внутрь браузера оболочки, мы можем получать очень хороший профит как создать свое мобильное приложение, приложение мобильный браузер, как интегрировать в него сайт, вы можете узнать из подробных видеоуроков, ссылка на которые имеется под данным видео. Если вам понравилась идея заработка, если вы впервые узнали о том, что приложение социальной сети можно выводить в топ вот таким вот образом, что вообще существует приложение узкотематических социальных сетей, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал с готовыми способами заработка. Дополнительно скажу,